Так хорошо, что я это не записывал. Вот теперь записываю. Давайте анекдоты рассказывайте. Так ты рассказывай, ты ж у нас дохуя смешной. Я не знаю анекдотов. Кроме двери от Я КамАЗа. говорит, блядь, себе таких анекдотов расскажу. Угу. Ну давай, трави нахуй. Шо. Анекдоты, говоришь, рассказывать, ебать? Он сам себе, типа, ходит. Научился, ёжик, дышать жопой. Сел я знаю, я могу только фриковые анекдоты рассказывать. Про Буратино? Не, нахуй надо. Нахуй надо. Почему? Вчера много нормальный был. Нормальный был? Это единственный, по-моему, нормальный, что за камень еще рассказывал. Я рад, что вам понравилось. В принципе, что говорил. Но есть еще один, но не факт, что он понравится. Давай, да уби, там под запись как раз. Понял, короче. Минус YouTube нахуй вводит. Никакой монетизации. Ну, блядь, там все 300 знают, подписчиков, да? Нахуй, какая монетизация? Ну, он такой немножко дефолтный, там начинается с рассказа про класс Вовочки. Типа, вот. Ну, короче, не суть. Там девы в классе Вовочки, типа, девочки начали говорить, давайте, типа, если он опять что-то пошло на классе, ну, в классе пизданет, мы, типа, всеми девочками соберемся, выйдем из класса. Ну, они такие, да-да, вот, типа, заебись, выйдем, хорошо, так и сделаем. Начинается шурок, типа, учительница, типа, спрашивает. Дети, что вы знаете, что в нашем городе новое строится? Ну, Вовочка, типа, отвечает, ну, бордель новый строится. Ну, девочки собираются, типа, говорят, ну, стали молча вышли. А она вдогонку кричит, куда вы пошли, там только фундамент залили. Такое, да. Вчера был по пизже, прям. Ну, я же говорил, такой себе. Ну, так вообще за сухой, блядь. Просто, понимаешь, ты должен был в конце добавить смех, типа... Закадровый. Вот тогда нормально было. Если бы ты такой, знаешь, такой, да куда вы пошли, там только фундамент закладывают. Ебать. Ладно, он все вынес. Кто нахуй сейчас говорил? Это мастер каши, блядь. А, ебать. Ты не мастер каши, тебе, ты мастер анекдотов, нахуй. Он все вывез, блядь. Пиздец, чисто душа компании, нахуй. С нихуя заржал, как даун, блядь. Ладно, короче, есть еще один, но не знаю. Ты мастеру каши лучше в ПМ это напиши, пускай он рассказывает. Ебать. Ну ты травишь, нахуй. Бидон, беги. Я расскажу, а если типа не будет смешно, он вывезет, типа, вот этой вот хуйню себе в конце, блядь. Вот, короче. Кто-то в ДД спекнитесь. Попадает на необитаемый остров, нахуй. Русский немец и француз, блядь. Как будто нахуй чем подавился, блядь, колбасой какой-то. Попадает на небедаемый остров, короче, небец, русский и француз. Живут уже месяц без еды. Почти, ну, уже почти все уже начинается, типа, умирать от голода, блядь. Тут немец говорит, давайте, типа, съедим мою руку, нахуй, еще неделю проживем. Ну, такой, ладно, заебись, давай. Отхуячили ему, короче, руку, нахуй. Я не немец, блядь. Сожрали, нахуй, живут, еще прожили еще неделю. Тут, блядь, опять начинается голод, типа, француз говорит, давайте, типа, вот, нога моя, заебашим мою ногу, нахуй, еще неделю проживем. Он такой, ну да, о, давай, заебись, короче, отъебашили ногу французу, сожрали, блядь. Настала очередь русского, блядь. Тут, блядь, хуй, русский расстегивает ширинку, достает хуй. Говорит, и тут же все-таки, о, русская колбаска. Он такой, ага, сейчас, нахуй, по йогурту и спать, блядь. Вот такое должно было быть, понимаешь, в конце? Спасибо, парень, что вывез. Ну ебать, жжёшь нахуй. Разрывная, блядь. Я сразу говорил, что не очень, блядь. Хуй знает. Мой прадед даже не смеялся над этим, блядь. Потому что, нахуй... Он был немцем. Короче... А кто на кубах стоит? Кто танчит боссы, кто танчит трэш? Похуй. Кубы раскидайте сейчас. Я первый танчу босса, нет, это Вилаша первый танчит босса, я второй. Я третий. Ты кто? Типа ты кто-то из угла комнаты, понял. Нахуй, я понял. А трэш кто танчит? А кто танчит трэш? А где у нас чертов танк? Ну он гамазек танчит. На кубы метки уже расставили, обратите гамазек внимание. Обратили внимание на кубы? Ну а на боссе там вон у Шатасика Триси, Вилаша. Вилаша, Триси, у Шатасика. Вот, все.
Давай дальше анекдоты, ну. Идут, значит, орк, эльф и человек. Идут такие, смотрят, ебать, стоит статуя шоколадного дракона. Они такие смотрят, ебать, ой, ебать, давай его хавать, значит. Хавают, блядь, шоколадного дракона. Тут хуяк, короче, огромный дракон, блядь, летает такой. Вы чё, охуели? Вы, блядь, куда нахуй дракона идите? Я вам, блядь, сейчас откушу то, что вы у него откусили. Эльф, короче, блядь, такой, ну на, нахуй, берет ему руки, откусывает, что он руки ему съел, понимаешь? Человек такой показывает, блядь, что он ногу съел, берет ему ноги, откусывает. Смотрит на орка, блядь. Орк стоит такой, а я нихуя не ел. Он такой, а почему у тебя, блядь, рот в шоколаде? Он говорит, я хуй сосал. Заходил нахуй. Пиздец. Блядь, ты вообще нахуй. Да, вот это сопровождение, то что надо. Ладно, у меня есть еще один нахуй. Удушение компании, нахуй. А деду такое нравится, сидит. У меня есть еще... Деда разъебало. Короче, у меня есть еще один такой, блядь. Но это, видимо, уже будет после магика. У меня, видимо, уже, я буду его рассказать, видимо, уже после магика, нахуй, не сейчас. Нахуй мне аниме, если я, блин, анекдоты слушаю. Давайте онлайн, нахуй. После магика расскажу туда, пока будем лететь на гуляну. Что, Тасик, забирать умеешь босса? Ну, это я после тебя заберу. Ну да, в каст прям. Да. Бля, представляю тех людей, лицо тех людей, которые все время с выключенными микрофонами сидят. Я просто представляю людей, которые, знаете, не находятся у нас в гильдии, но потом видосы на YouTube Славу смотрят. Я думаю, Слава это вырезает, я не думаю, что он это проводит. Слава вырезает? Может, два человека попадались такие, которые мне писали по поводу Славы, его видеороликов. Чего они писали? Они только из этого гильдии вступали, бля. Так видишь, людям... Тоже, так, блядь, послушайте. Вы не шарите, людям нравятся фрики, блядь, они любят с них орать. Поэтому ты в гильдии, все. Поэтому я в гильдии. Все правильно. Поэтому Слава превращается в анимешника. Это кубы там сейчас по кубам, стойте. Ну, понимаешь, что, типа, Фрейд не придет потом? Что-то вас не пробивает вообще. О, нажимайте кубы. Ну все, отпускайте. Мы же, блядь, не в танки играем. Реально? Не надо, ты чё, ты не Может, надо. А чё заберите, блядь, ну чё там? Сергей, не надо, Сергей. Смотри, я ж нахуй босса не смог забрать. Кимпам, подводи босс. Блядь, у тебя есть символ на таунт? Блядь, Сережа, нахуй ты эту тему развиваешь, блядь. Вот надо. Это самый важный вообще символ на любом танке. Быстрее, увидишь их, а то они взорвутся сейчас. Центр уведи. Короче, мастер Каши, после анекдота ты вот это вот свое сопровождение ебашишь, окей? Блядь, так они и подружились. Денег стоит, блядь. 5 секунд. Да, он последний раз бесплатно сделает. Кубы готовимся, скоро будет конс. Сейчас он кастанет. Нажимайте. Ромбик. Все, отпускайте. Это. Отводи босса к звездочке. Сейчас пару демонов выйдут. 1% сейчас переведется уже. Сколько демонов выйдут? Как только босс в центр пойдет, сразу демонов играем. Все, 0.3%. Демоны. Если что, босс на катрисе. Пока не трогайте. Веди сюда демонов. Все в демонов переключились. Пизда. А его грифнуть можно? Можно. Даже нужно. Может, Астик, ты опять меня не забрал. Блять. Демонов играем. Демоны. А ты чё там в луже стоял? Чё-то там курил. Клинишь, блядь. Кого-то занесли. Я анекдоты, блядь, рассказывал. Чё стану?
Видимо, нахуй все, блядь. А нахуй в луже стоишь? Меси, меси Мэтт Фокса. Я в ахуе вообще, блядь. Что такое, деда? Дам БР по нему. Там босс хвостом кверху стоит, бля. А хули ему дракону? Натуре. Это не дракон, это как, это булдыга. За булдыга. Дракон будет подтвердил, нахуй. Дайте там тотемы на маны, что ли? Утром Мэтт Фокс, утром Кривый, что-то попало на маны. Чё там, блин, два тела не найдётся никаких? О, ебай, я как раз виклик сделаю, нихуя себе. Я показал три тела. Вот именно, уже три тела. Это три. Ну дольше бы пиздели, Костя бы вообще никуда не пошел. Анекдоты травили. Ну, понял. Так сами сказали, что можно анекдоты порассказывать, нахуй. Сами волю дали, блядь. Ну и дело-то не в тебе. Не знаю, в принципе на королей должно хватить. Королей можно ебануть, а вот на грулей я хуй знаю. Да там... и на груля хватит. И на груля хватит. Тактику исполнять приживаешь. Главное, чтобы IQ хоть сделал. Ну вот с этим уже может быть проблема. Ладно. С этим да. У меня могут быть проблемы. Почему у меня DTS нахуй не двигается? Кстати, спал, потому что ошибки исчезли, больше не появляются, нихуя себе. Ну потому что аддон обновлен. Ебать. Как это работает, нахуй? Прикинь, Слава, блядь, и так же с аниме. Ты бы посмотрел такой в конце, такой, нихуя! Мне кажется, там, да, там посерьезнее, блядь. Он Вов забросит. Так там импакт попизже будет, как. Импакт? Геншин? Геншин? Не, люди, которые Геншин импакт, конечно, это вообще бедолаги, блядь. Шибаны. Че, заплатили за это, ёбаный? Там по пизде надо. Хилопская. Нихуя, сломать. Медальон, ой, блядь. Жезл мне, жезл. Сломать нахуй. Кому жезл надо? О. Маленький мальчик Танатос. Кроме Танатоса. Давай пароль, я тоже жезл. Я отъебусь от всех нахуй. Ласт печеньки нужна. Дайте печеньку. Слава, закидывай сумку мне. Танатос, гроу, жезл паролем. Так, вот в натуре Вите нужна сумка. Хорошо. У тебя дохуя таких предметов пишет. А, да, все, понял. Я с обычки золото. Ну ладно, я думал, ты на 22 хоть. Сваливаем быстрее. Ты беги, да, ты беги. Так, ну что? Еще один тогда получается? Слава, две печеньки себе забрал, все нормально. Два гистанита получал. Все, не зря сходили, получается. Кому там, пацаны, печеньки нужны были? Идите нахуй. Так а кому нужны, кроме меня? Ластовая нужна на эрдру. Ластовая. А, ну на эрдру нахуй. В смысле, нахуй, я хилю, блядь. Ну где ты хилишь-то? В синдру я хилю постоянно. А тебе сколько транквила? Вот, свято сомнительная тема, свято редко играет. Транквила 2, мне чисто ластовая, я от всех тут ебался, ну. Вилаша тебе на ДД? Клянусь, что больше не возьму печенье. Иномарка. Да Ханш, здесь что нахуй? Вилаш, я тебе... все, я на ДД поехал. Да, она говорит на ДД. Ага. А мы поехали. Давай, блядь. Включаем скорость. 8 железных солдат.
Из металлолома. Кем говоришь? Таблетками. Ну, реально, он говорит, домой спешил, пиздец, думал, ЗС нахуй. Какая жалость, блядь. Мы ЗС снесли нахуй просто. Слава, даешь мне печеньку, я тебя отъебываюсь по поводу аниме. Иначе я тебя заебу, ну. А я приебываюсь. Я так думаю, надо этому Транквилли на стрессу закинуть и мне нахуй. Хуя-то, блядь. Ну что, паролить нельзя их? Иди. А тебе одна на какой спек, ушатастик? У меня вообще ни на одной, ни на каком нет. У тебя все 45-е куски, что ли? Да. Ебать, кринж. Не, ну Транквилли по-любому надо, он-то с нами и на этот самый, и в Гер, и робота. Да я и... хуй знает, как их тут залутать, я каждый раз хожу, блядь, все там на 10-е спеки, блядь. Этот, смотри, вот, допустим, если как ДПСера брать, на сурке сколько давал в коте? Это я не был в коте. Он медведя был, он же штанчил все время. Он на слепце был в коте. Вот это уже показатель. Да, 10к. Гамазеку там тоже он надо идти. Все, самые. Мимо нахуй. Какой у него кот этим левел? Пиздец нахуй, конечно, блядь. Хули вам всем все надо, блядь, идти баджи фармить. Шутка. Там просят прилут сделать, чтобы руду поудать. Как долго лететь, я хуею. Блять, я не помню, отдал то ли шаману, у шаману этого посмотри тренинг. Нужна Саша, она. Саня, у нас блока нету. Саша, ты тактики на Геру посмотрел? Бля, так-то лока нету, да. Все, расход нахуй. На сумо не есть кто-то? Ну там есть. Ну тогда на груле надо с первого трая. Да, скажите, какого мы убьете без лука. А целка соберется вообще или нет? Ну, есть вообще-то яд уроги, блядь, дурманищи, нахуй. Та же самая хуйня. Ну, тогда выбирай, блядь, либо яд, либо ДПС. Яд, конечно, нахуй ДПС. Ну, ок. Хуй тут выбирать, если замедления коста нету, кроме яда и луковского бафа. Заебись. Ну если МВП шадоу, блядь, так-то. Выбирай, блядь, или его допустим. Тебе дурман еще и откинуть, Витя? На Next КД у нас какой день целка гер будет? Будет. Сейчас, блядь, посмотрю календарь в игре, блядь. Суббота, начало. Ну да, суббота, воскресенье. А че у нас не убито? Мы Каратреса пойдем, да? Да, Каратреса. Каратреса и этого Алара. Я думал, что первым пойти, Алара или Каратреса? Хуя себе! Попробовать Каратреса снова, наверное. Посмотреть, сколько не хватает. Не, ну, если так-то бидон пойдет. Бидон... Я бы на Алара хотел посмотреть вообще, что там. Да нихуя там сложного, блядь. А что там? Ну, кстати, по факту, если мы убьем Алара, то нам откроется кель. Можем пойти потом на кель, а чисто новый. А так с Алара даже кусок не падает, да? Ну тогда, ну так, по-моему, и без Алара. Без Алара, по-моему, кель не открывается. Ну да. Тогда надо тратить, хули делать. Ну да, окей. Да он легкий, блядь, Алара тут. Это вроде РДДшников надо дохуя, да? Коготь Алара какой-то там падает. На Аларе на Келе. Там плащ падает, бисовый накат. На Алара, на Келе, да, там на РДДшник хороший.
Че, Вадикон зайдет? Я тут. А печеньки раздали уже че или что? Ладно, после груля будут раздавать. Тролделю, Хацепуха, Лингрен и Бидон еще имеется, да? Мы на сумо не стояли просто. Ебать, там когти падают, ебаный рот. Охуенные. Блять, реально смешные. Да, мобов пока бить. А вы про что, про Келли или про Лара? Про Лара. Слышишь, Витя, тебе кинуть дурманище яд? Дурманище яд? Кто дурманище яд плюс чат? Короче, думаю. Кидаю тебе, обмажешь. Жопу. Да, и будешь бить нахуй Олма. А мне? А что тебе, блядь? Жопу надо помазать? Ну да. Хуй знает тогда. Открой секрет, что ты будешь делать со вторым шнурком? Жопу чистить? Возьми, блядь, возьми какой-нибудь. Жопу. Шнурком, понятно. А вместо какого его, это? Мазюкать. Вместо всех. Вместо всех? Ну да, видимо. Чё, я не знаю, он один хватит или два надо. А чё, инвизи для чего? Ну, чтобы каст прерывать. Вместо... Дурманище не прерывает же. Да блин. Он увеличивает время каста. Ну, на левый пусть намажет, и все, если надо, шифом. Ебанет. Да, можешь на левый. Ну, да, там в уроке есть шиф. Просто под этот подкаст даешь, он левый даггер яд активирует. Отравление? Отравляющий укол? Да. Отравляющий укол. Правильно, по-русски шив называется. У тебя есть на панели он? Да. Ну все, я так понял, для чернокнижника, да, его хотите ебать заменить? Да, да. Почему я танчу, нахуй? Все, ну, под конец обновляй шифом и все. Да, мне кажется, с автоатаки достаточно бить, тоже же прокает. Ну, да. Оно будет висеть ПКД? Ну, нет, не ПКД. Ты посмотри на его рогу, нахуй, там ничего нету. Отравляющая 100% вероятность, да, что яд повешен? Ну, укол, да, это 100% отравит сразу же. Он не наносит почти урона, но он 100% отравляет. Ну, это ПВПшная хуйня. Это ПВПшный яд, типа. Короче, я просто АФК стою фулбой, типа, да, замедло и... калечащий, нахуй. Да так же кнопки жмешь просто и все. Реально, я уже представляю рогу с этим ядом, блять, ПВП. Так, кто что танчить будет? Сколько у нас там танков? Я Киглера и Короля. Так. Как обычно. Пушетастик, тогда давай Кроша и Лаша Олма. Гамазек, Слепца. Хоть кто-то занюхнул, блять. Пушетастик, Кроша, Лаша Олма. Что ты мне даешь постоянно? Используй, съешь меня, нахуй. Кто это? Этот, А кто косты будет сбивать у нас? Некому сбивать. У нас есть шаманы, у нас есть ДК, у нас есть... Я без пальцев играю. Пиздец. Похуй, ну постарайся Бидон и второй шаман хил позбивать каст молитвы исцеления. Только один каст. Вадикон зайдет, нет? Угу, сейчас. Блять, еще слот бы какой-то взять. Бля, мне через полчаса уже ходить. Ну да, это тебе понятно, ну. А вот, блядь. Даже куда и всегда ему нужно, блядь. Ну вот так-то да. А лутань что за тип? Просто 2-3 тоже 2-3 висит, да? Просто так, да? Это хуёк, куда висит. А он АФК вообще. Я сегодня на год старее стал. Да, ну нахуй. Получается, да. У тебя что, день рождения? Ну. Ну, поздравляем. Спасибо. Ну, там это, шашайся, здоровья там. Ну, типа, ебазер. Чтоб жили мы ровно, нахуй. Люблю вас, пиздец. Всё, нахуй. Не будешь смотреть начинать. Всё, нахуй. Я теперь почти как Слава, нахуй, старый. Сколько тебе? 20 исполнил. А, давайте. Слава, твой подарок для Сэджи будет просмотр аниме 5 серий. А, типа, поехали. Понял? 21. Толма танчит. Мы угадали?
Вилаш. Как думаете, Олмс первый откроет? Крош. Крош открылся. Смотрите, агро не срывайте. Там нет еще агро. Сейчас после щита только начнет набирать. Давай, Берсу и нужно набирать. Я набрал, уже нажал. Смотрите, не срывите, потому что он шотнет рейд. Тролл Д, не бей нах. Алло, ты тут? Тролл Д, блин. Не трогай, ничего не делай, блядь. Кури, пиво попей. А как Свято? Зачем Свято ставить? Вы зачем Олма бьете? Шадоу не бей, Шадоу не бей, Шадоу не бей. Тролл Д, реальте Шадоу, не бейте. Вон, вышли собаки, вот собак бейте. Я бью Олма, я ему кастрирую, мне похуй. Это, сорвете в рейд, не успеет нет, рейд. Нет, ты на поле война Аишу, если убьешь. Рейд никуда отойти не успеет. Окей, ну буду. Ну, красиво. Кто-то, сука, живую бомбу не выносит, блядь. Да? Ах, это норма. О, каста. Какая гнида это делает? Слышишь, подведи слепоглаза так, чтобы тут кто, даже если милик подбегал туда, чтобы его не откидывал кеглер. Поближе немножко к крошу. Ну или вообще тут сюда за черепок его заведи, хуй знает. Видишь, каст никто не сбивает, нахуй. Его надо сбивать. Вот этот молитву исцеления. Кто там открылся следующий? Ну, крош. Второй раз. Пусть там ДКФК станет, да сбивает его. Да, иди какой-то этот. Вулф, иди туда, возле луны постой, сбивай каст молитвы исцеления. Вот он идет каст. Только через кроша не пробегай, он шотнет тебя. Он когда глыбу стреляет, вокруг танка 40 тысяч урона наносится. Сколько, блядь? 40. Сколько? Дам. Че там дорого, ебать? А ты шо, хуй? Чё, подымаю хила шамана? А как он на мне, ебать? Не знаю. Вот так надо. Забери обратно. Я Штась. Уже прожал там. Нахуя ты прожал? Слава, подбеги к королю, вижу, ты не да, короче. Теперь жди, когда он заново откроется. Слава, ближе к королю, подойди, я Инердам заебал, нахуй. Давай. Всё, иди отсюда, нахуй. Нет. Блять. Слава, футбольный мяч. Пизде меня. Если он вокруг танка прячет, может отойти от кроша. Он не идет за мной. Он пока не откроется, не пойдет. Когда откроется, будет ходить нахуй. И в следующий раз, когда закрывается босс, то унти его, когда он поворачивается на челика в рейде. А никак, никогда попало, никогда босс на тебе. Вот этот каст надо сбить. Сбил. А когда именно он, когда закрылся... Ну, я увидел, что он побежал, и я прожал таун. Вот сейчас забираю его. Да что это за хуйня, блядь? Не стойте рядом с крошем. Отведи его, ёбаный. И чё, отвести можешь? Ты можешь отвести его еще к стене? О. А ты себе не хилится, нахуй. Я ничего не понимаю, когда собак бьешь, он типа тоже, типа, ну, на нем тоже агро набирается или что? Нет. А какого хуя у меня агро на Олме, если я его не бью вообще, блядь? Там баг. Так ты тут доты свои раз этого болезни, блядь, но... во всей комнате. Так, Фигур. Блядь, так в том проблема, что я когда обновлял Мором, до доты не доставали до Олмова никак. А ты не заметил просто. Ну вот, видно, Мор достает до обоих боссов. Они через, это... блядь, через тело передаются. А это не мой сейчас был. Я не кидал мор. Ёбаный в рот, нахуй. Бля, Шаман Эма дал. Дрищ, нахуй. Эма, нахуй. Не живёт. Роняем его. Крош. Крош. Блять, а чё по Олму-то вообще? Ну похуй на Олму, нахуй вам Олму, блять. Я тихо тихаю вообще, ну, что ничего. Это за хуй? Давай, Мэдфок, срезай Шамана, нахуй. Они уже тотемы два слили. Бать, 4 кады ПС на. Там ману надо хилам давать, бидон без маны. Шаман второй без маны. А тот шаман, да? Нахуй, пусть сосет ногу, нахуй, не давайте ему винер нихуя. А попробуйте мне сали убьем. Лучше другим хилам подавать, пускай он там на автоатаке. Кому? Дыханычу. Он. Слава, через 40 секунд подбежишь, и тебе еще не народно. Бля, иди нахуй. Здесь молитву Элимы сбивают, нахуй я стою. Элимов нету. Ну кто-то сбивает. Это рестеры, они могут промазать, просто стой, сейви. Ладно, ладно.
Блять. Сейчас кто-то откроется. Кеглер. Кеглер, этот. Ёбаный, блядь. АБМ, блядь. Ёбаный. Если бы ты был человек, нахуй. Отвожу нахуй. Можете не отбегать. Милики, ебашьте. Типа крутой, что ли, или чё, блядь? Типа крутой, нахуй. Ебать, Кеглер, нахуй. Типа харю, блядь. Пизда тебе, копчёный. Меня превратило, ёбаный рот. Чё делать? Какая жалость, блядь. Мне превратило, блядь, медведя. Ваш звонок очень важен для нас, нахуй. Зайцы, нахуй. Что бегать? Что за дамаг? В Катрисию можно не бегать. Не бегайте, блядь. Там говорят, пиздец, изи, босс. Хуярьте, что там дамага мало, пиздец. Меня два раза превратило, я понял. Я тоже понял, блядь. Чем детство. Что вы понимаете? Был бы человек ты. Слепоглаз. Не будь хуй знает как. Слепоглаз ясновидец. Стоп, типа Кеглеру, все нахуй, дайте мне его, блять, это мое. Все нахуй. Люблю вас нахуй. Блять, его по-новому ставить его нахуй. Ёбаная дура нахуй. Ай, блять, кринс. Я понял, yes. Тебя говорит аниме хуйня, аниме для пидоров, человек, люблю вас, понятно. Ясно. Получается, уже повлиял на него вот это вот полсерии, блядь. Да? Какие полсерии, там даже минуту не посмотрел. Все нахуй, вирус, жопу, блядь. Бедом, подбеги, Катрисе, я тебе залью иннер. Иннер, оу, he из Англии, you know that? Бедом, подбеги чуть ближе к королю. Залей мне иннер. Блей в него. Кому мне? Транквилион. А ну... Транквилион кинул иннер. Бля, ебать, он так и сказал. Герону кинул иннер. Геру дайте. Ой, он открылся. Свободный танк, отводи собак. Диспел. Отводи собак. Отводи. Это я спустил собак. Ну, бедон не хочет иннер, я понял. Охотник промахнулся. Сейчас я подойду. Я залил бетону. Давай, я залил бетон. Бетон залил часы. Ты дал? Все, иди нахуй. За что, блядь? Я не дам иннер, блядь, сам буду подбегать нахуй бетон. Мы не убьем. Ты не дал мне, что ли, ебаный рот? Что, я тебе больше не дам нахуй? Я могу... Я тебе дал, ты сказал мне, иди нахуй, я тебя услышал. Сука, рано сказал, да? Не тайминг, блядь. Здесь вы, парни, что-то, блядь, не туда повернули, блядь. По разговору, блядь. Он призывает МММА. Блять, а мы его не добьем. ММА? Да? ММА? Ну, бокс, вот это карате. Боец ММА и KFC, нахуй. О, смотри, он открылся, нахуй. Да ну нахуй, ёбаный. Все, убиваем. Все, убиваем. Теперь убиваем. Сука, нахуй ты цитируешь, блять, его? Все, убиваем, все, убиваем, пацаны, нахуй. Все, ебашим его, это я вот сказал, нахуй. Это не он сказал, это я. Я не цитирую, я повторяю, блядь. Дублирует. Это большая так вот разница. Это называется. Да. Дублирую, повторяю. Приказы дублирует, ну. Вадигон, Квестерфул касается Киглера, блядь. Это Вадигон. Очень хуёво. Вадигон. Ты шо там, блядь, дублируешь? Взяли Вадигона в рейд, нахуй. То Вадигон, то Вадигон плюс чат. Отойди со своим Старфолом чуть дальше. Не дублируй, ёбаный. Бить Киглера этим Старфолом. Дубли не роли. Ну, группе пиздан. Ай, Катрисия, блядь. Припод кого проебал, ты там да? Держишь, чё, чудик? Катрисия, ну? Чё ты держишь там, ёбаный в рот? Член свой держу на фоне. Я понял, я так и знал. Слепоглаз. Блядь, а чё ты так... Напулил тебе, ебать, такой напу, ёбаный. А чё ты так обрадовался, вот не могу понять, блядь. Я понял, я так и знал, блядь. Да он просто тоже держит. Ой, блядь. Там поддерживает, что-то. Вы друг друга поддерживаете там или что? Не, я не такой, блядь. Моя просто слишком длинный и большой, он держит мой. Я держу свой. Он держит мой. Помощь другу, блядь. Он держит мой, я держу свой, блядь. Помощь другу, блядь. Помощь корешу, а что, блядь. Это почти локальная трубка, нахуй. Звонок другу. Бля, вот зачем я сюда пришел, ебая? Брат, ты, блядь, это собрал, нахуй. Я сегодня такого, блядь, услышал, да хуя, хуйни всякой. Ах, только не это. Завтра, не короче, не отменяется РТ, да ребята. Не бейте вы, блядь, Киглера, ебаный в рот. Ебаный в рот, блядь, не бейте Киглера, блядь. Так а чё там, никто не срывает у тебя его?
Ну, Вилаша улетел. Ну. Ну просто. Теперь лупить она. Ой. Кого лупить, блядь? Тебя можно. А тебя можно лупить? Я тебя выебу нахуй. Окей. Пидорасина. Только крылышки прожал. Сука, Б. Быдло. Острый, надеюсь, как поражал. Он забил, нахуй, а второй раз подряд. Диспельните шару. Хекс не заспалится. Давай я сдиспалю, скажу диспали. Ладно, похуй. Да ну нахуй. Третий раз, блядь. Ебать, стадо кабанчиков бегает нахуй. Танквила, как дела? Мастис по один. Чё-ка тряси, заебись танчить. Охуенно, люблю АФК. Ты мне печеньку посуди нахила, да? Я буду доволен нахуй, мне больше не надо. Блять, вот выпей, пиздец. Я захилю синдром Сула, блять. Да, пиздишь. Это, конечно, пиздобольство сейчас будет. Ну, я, конечно, трайдам, и все, нахуй надо. Заебала сама собой. Шатастик, а ты на кого будешь печеньку одевать? На кота. Думаешь, кота отдать, да? А сколько кот может 4-4 давать? Двадцатку может, да? Сколько? Если руки прямые, то да. Ну, если руки прямые, если он соберет весь шмот, который ему нужен, нужные капы и всю хуйню, то 21 максимум. А ты знаешь, другими словами, сову апай. А ты знаешь... Не максимум, больше даже может. А ты знаешь, какой шмот тебе надо? На кота? Ну, типа, знаешь, как собрать, чтобы двадцатка была? Ну, тринки мне надо только. Да хуя РПБ капается, шмот. Тебе пояс нужен еще. Ротация правильная. У Катриси не получилось. Чё, Катриси? Катриси, лох какой-то вообще, не знаю, чё. Да вообще, вы, блядь, вы гоните нахуй. Опущенец какой-то, блядь, он. Несёте? Тип, ты несёте? Тип, ты бегает до сих пор. Они тебя байтят нахуй, не слушай их. Тип, ты пять нахуй бегает, дамажит от люди в Т4. Они тебя байтят. У меня ещё 4 шмота. Они тебя байтят, не слушай их. Интересно, как Войт узнал про слово байт. Мне тоже очень интересно. Да, деда поднатаскали деда по диалекту. Ой, нахуй, ну-ка скажи-ка нахуй, откуда ты знаешь. Они флеймят твой пукан. Нихуя себе. Это уже серьезно, блядь. Нахватался этих, ё-моё, от дьявола, да, походу? Во двор вышел, нахуй, там дети разговаривают, и подумают, сейчас приду в рейд, нахуй, буду говорить всю хуйню. Ебать, не флейми меня, нахуй, ты, блядь. Они тебя флеймят, они тебя байтят. Я лупом, я и братишка там. Вот, видишь, печать высоты. Печеньку. Закинь давай одну на Катрисию. Уже украл Закханыч. Вот, Закхана, я забираю Закхана, чё, нахуй. Ой. Ролл, блядь. Давай сюда, нахуй. Ой. Самого Вася в рейде пошло, ебать. Ой. Мы трэш чистим? Да вроде не чистили никогда. А чё, ой, а давай печеньку нахуй. Ну на слово нету. Я войду отдал. Где Войт нахуй? Не вижу. Этот, вижу, плач нахуй. Надо кому-то? Давай печеньку нахуй. Плач не надо. Плач? Кто плач? Я плач, а вот ты. Так, Катриси, ты говоришь печеньку, да? Сейчас погоди, блядь. А где ты, в какой плате? А вот, вижу. Так, такс нахуй. Охуенная печенька, спасибо, брат. Кто я еблан? Может быть ты дурак? А вот ты. Чё, пошли, пробегаем. Кому на распыл шапку дать? Бля, Транквио, дай этот. Просто за транси. Конечно же, Холидринку, ебать. Нету его. Давай я сейчас добежу меня с этим. Катриси, оставь башку, мне отдашь. Нахуй я тебе кстати, это. У меня 232. Окей. Я в зелье невидимости нахуй бегу, мне настраивай вообще, мне не вот там помираем. Ровно нахуй. Жили, не то жили, блядь. Что ты там жиёшь опять, нахуй? Я? Ничего. Сперва. Кто? Я. Бля, прожал, конечно, бы. В Хогвартсе, нахуй. Ответ убил. Да вы чё, нахуй, я зелье проебал? Вы суки, блядь. Ты всю жизнь проебал, ты посмотри на себя, кем ты работаешь. Го чистит трэша до хули, я не знаю. Выбора нет. Выбор ВВК на. Го чистит хули. Блять, а что за клинч? Почему они остались, блять? Мне просто интересно. Я в камне. Охуенно.
Ну, охуенно чистим трэш, никто не хилит. Ой, босса чистим. Спасибо за Starfalls. Да, да, это привычка. Все, давайте нормально просто пробежим, блядь, все нахуй, они три человека. Давайте ложимся и идем по новой. В смысле снова пробегать? Да, типа, да, блядь. Трэш. У нас опять какой-нибудь приз хил или там чистить, баг чистить, не блядь. Добежит и все. Блядь, просто типа инвиз банки всем, блядь, раздать, нет? Мы просто сейчас в одну кучу собираемся нахуй и бежим всей толпой нахуй. Так хули толку надо просто бить. У нас нету сумона. Если кто-то умрет в трэше. Если кто-то умрет в трэше. Ну сейчас приз не доставался ресом. То есть минус один хил у нас бы был на трае. Меня типа прибило, да. Ну это понятно, они там и фиряют, и этого, ну, кифают. Не, мы можем все добежать. Любой тканщик может умереть по пути. Ряньте сдохни, покидаем тело. Он АФК, по-моему. Я могу унизить, пройти, зайти на локос, умнете, я этот шкаф поставлю. Закроются, а? Да чё, блядь, нахуй, так не пройдут, что ли, или чё? А если вайпаться будем, на? Ну это, блядь, а потом встретимся, а потом опять сдохнем. Ну, кстати. Да убить трэш и всё, чё. Долго его убивать. Тело покидайте, заходите в инст. Кто там? Тут у всего трэша, блядь, и хп почти как у Грула, нахуй. Серьезно, блядь, трэш бить, это пиздец вообще. Да, ну, я-то побью, мне просто скоро уходить. Тыкни ножиком в пятку, ну. Я тебе нахуй скребу сейчас ногти твои. Понял, извини. Бидон, заходи. Ты ебаный. Я тебя заставлю смотреть. Изи. Это будет для меня наслаждением. Будем вместе смотреть. Под ледиком? Под грибами, ну. Бля, под грибами там только вверх смотреть, нахуй. Пошли, все, бить. Ебанутый нахуй, шо вы несете, блядь? Меня несут торты твои. Говорю, какие именно? Смотреть. Опята грибы там? Грибы вообще. Не, веселые грибы. Нормально. Ну грибы не пробовал, химию пробовал. ЛСД. Олег, ЛСП есть какую ЛСД? Меф. Лирику. Понятно, лирика нахуй. Это вот это вот и да? Еще похуй нет траву вся. Это вот это ты со левой пидорас, который стоит нахуй, да? Ну и понятно, блядь, по твоему гонору, ебаный в рот, блядь. Связи с луной нахуй улавливает, блядь. И на плане... Да, у меня нахуй три антенны в жопе, блядь. В жопе, блядь? Да, три антенны. Огромные. Понял. Бля, что вы несёте, ебаный в рот. Ебаный в ротик, блядь, ну что? Не тут, брат, поворотик, не с теми связались, блядь. Блядь, дед, ты чё? Хуя вводит, блядь, оказывается здесь. Не с теми связались, блядь. И в цветах радуги, блядь. Я думал, сказал, бьём трэш и пошёл чай пить, но. Дропекс, ёбаный в ротекс. А продекс? Что? Патрисия. Дропекс. Хури тебе надо. Ёбаный ты бикса ёбаная. Кто я? Ты бикса ёбаная. Пицца? Бикса. Да ты лоха, босс. Тупица. Чё у меня булит сегодня, нахуй? Чё охуели, твари? Тупицы. Где ДПС? Алло. В жопе, нахуй. Вот хуёво, блядь, в Т5 нахуй, блядь, купил нахуй, а играть не научился, блядь. Согласен, блин, вообще нахуй. Там ебать. Солевой ещё. Дай списать. Солевой разъёбывался, чё ты. Сдам списать, когда пока, блядь, аниме посмотришь. Аниме посмотришь 10 серий, нахуй, тогда дам списать, нахуй. Какое аниме будешь смотреть, Славка? Похуй, любое аниме смотри 10 серий, потом дам списать. И смотри Боку на Пика. Бля, я все смотрел уже. Ты смотрел уже? Не говори Славке про Бокона Пика, нахуй. Он, блядь, как только юбочку увидел с трусиками, все пиздец. Но встал сразу. Понял. Не, ты что, Слава, приличный человек, блядь. Не, Бокона Пика это вообще нахуй трачено. А что, нету, вот, если говорить о современной культуре у молодежи? Нихуя, ты извините, что я сыр. Нету какой-то другой хуйни, ну... Не аниме только, чтобы, ну... Есть корейская залупа, называется, я не помню как. Корейская залупа? Ну, она такая же... А, манхва называется, во. Не манга, кто? Манга это японская, а манхва это корейская, по-моему. Она относится к мультикам или нет? Книги. Вот манга это японская, вот это вот, книжки. Аниме нарисованные по манге. Вот. А манхва это уже корейская такая же залупа.
Там рисовки чуть отличаются. Вот тебе только манха и смотреть, блядь. Короче, аналог комиксов. Аналог комиксов. Нюхай бэбру. Заканыч. Да. Любишь анал? Вопрос убил, нахуй. В интересовательных целях. В каких целях, блядь? Каких, блядь, целях? Интересовательных, мне похуй. Интересовательных, блядь? Нихуя у тебя, блядь. Да. Это русский 80 уровня. Понятно. Держу курс. Ну тут надо немножко уточнить, блядь. Сударь, чем анал? Вы задаете слишком незатейливые вопросы, блядь. Попрошу вас съебать в туман, сэр. А почему Катрисия тыкает пальцем в попу Седжу? Еба, жестко. Это как? Бля, ебать! Это проверка на любовь анала. Это потому, что у меня ДР сегодня. У тебя реально ДР сегодня? Да. Ну я тебя не поздравлю, мне похуй. Да ты кто пиздит вообще? Да я и не хотел. Это Танатос. Танатос вылез, бля, из кучи. А, ёбаный, бля. Танатос, блядь. На палку по голове, нахуй, оба нахуй, нахуй. Ушли отсюда. Танатос, блядь. Бля, Танатос. Займи полтос. А, говорит, в экзольте, да. Я, говорит, в экзольте, да, ФК делал, говорит. Приходит в РСД с 5 гир. Кто тактик не знает? Я, говорит, не знаю, нахуй. ФК делал, ебать. Просто. Я ж тебе не говорил, что я ФК делал РСК, блядь. Подожди, а кто вообще ФК РСК забрал? Долбоебы же какие-нибудь, не? Я вот что-то даже не знаю, я даже не знаю, кто World First. Иди лучше нахуй дела по дому сделал. World First, блядь, взял, да, на офи. Даже не помню, блядь. На офи, блядь? Да, даже на не офи. Знаю, блядь, что Just Git первый их убила. Там что-то как-то вообще, блядь, инфы нету, нахуй. Согласен. А там похуй, Парагон и Лича убили, и все, всем похуй. Ну, стало. Там похуй стало, да. А Халион, хуйня. Его, походу, там его на офи вообще зергали, как хотели, типа, его же этот, перекосом били. Ну да. Хотя я что-то видос с офа не помню такой. Не, его там тоже так били. Просто это, типа... Это надо видеть, нахуй, я это видосы не искал специально. Знаешь, что на пиратках били так? Эй, а ты долетишь? Нахуй надо, да? Заебемся ждать. Кто это... Кто под ебалом умеет стоять? Так, хлопать. А кружка нужна кому-нибудь? Ну да. Да. Ушатай. Пиздец, Водикон такой, блядь. И давай. Слишком много давайте. Катрисия, ты в танке? А, нет. В котором для тебя могу быть лапкой. Давай. Водикон, ты хочешь пособрать? Так. Чего? Не, я хотел на Твина зайти за кружкой. Давай, Лингрен. Твой одеял. Подожди. Фрост ДК. Подожди. Лингрен, давай потанчишь с Эвилашей вторым танком. Так, инвизибл сюда. Так, разница, вон друльку жирного поставьте, да и все. Ну, там Катрисия дамажит, а у Шатастик с гомосеком они руки позакрывают. Они признали дамагерами, я дамажу. Они высосите, ублюдки. Они руки позакрывают. Не, брат, это тебе так, чисто, чтобы ты не расстраивался. Не переживай. У меня один трай, я ливаю нахуй. Я буду руки закрывать, ебать. Шатастик? Да. И гомозек руки закрывает, вот, два человека. Блять, все, он и коверкает ник, это пиздец. Каждый раз по-новому. Ну ты вообще, ну, да пух. Согласен. А хули у тебя голова, нахуй, придумал ник себе. Ты голова. Голова, чтобы думать, ноги, чтобы хоть... Голова, руки, чтобы дрочить. Нет, голова он туда ест. Глаза, она... чтобы смотреть аниме. Аниме, да, похуй. Без ей ебанем, траем, может, убьем. Первый, второй пати, да? Подъебало. Да, конечно. Блять, будет сложно, брах. А тебя не сложит, нахуй? Это не должно. Хуй знает вообще. Это не должно. Только не сразу подъебало. Давай рыбёху ты, рыбёху мы знаю. Начинаем бить в спину, потом, типа, там... А, ну, да, главное, по даске мы заходим подъебало. Ошеломляющим мы все стоим за спиной. Наоборот, блядь, чайбанулся. Пидорас наебал, блядь, смотри. Шатасти, короче, хлени. Короче, на этом как. На ошеломляющий жми ложный. 5-секундный каст, нахуй, ты по-любому не проебешься, нахуй. Ложный. Иначе тебя сложат нахуй. Это который под ебасосом, да? Вы можете меня, да, под лицо закинуть. Давай закинем, ну, тебя, нахуй. Вместо мы. Ты слева, я справа. У меня нету в миле просто. Все, я тебя закинул. Все, похуй. Не ссы. Даю че. Хуйся, блядь. Эй, я почти долетел. Рыбу, блядь, не поел, ладно. Ничего страшного.
А хоть рыба, блядь. Слева смотри, Камзек, а я справа. Ешь мясо. Хорошо. Под лицо не заходим пока. Он... Все под лицо. Мало? 10 стаков есть, нормально. Ну и самое главное, руки теперь остаются. Истерию так не дадут коту, похуй. Похуй, бля. Кто ты? А хуй тебе, понял? Я типа руки под жопой босса закрыл. Следующий я хуй закрою. После этого выходим. Вышли из-под лица. Слева рука. Справа. Печка горит. Под лицо. Только не на лицо. О, бля. Не, ну это уже фрик. Окей. Блять, что там такое? Кто его уменьшил? Еще один ждем. Вот это так нельзя делать. После нахуй. Этого выходим. Да вы вообще зря это сделали. Наверное. Вышли. Обжигай. Как? Кто это хуйню сделал? Ну, мудак какой-то нахуй, которому... Я поебал его сразу. Не обожгли. Не заходим, не заходим. Блять. Выбежать. Вот сейчас заходим. Ну и хуйня из жопы. Руки, нахуй вы его уменьшили, долбоебы. Ну теперь только после ошеломляющего ваши сможем. Ловим. Вот сейчас после этого быстро выровни босса. Отведи и подведи нормально обратно. Ну, сейчас уже хуй успеешь, уже долго простояло. Следующий удар. Сейчас уже следующий будет. Удар ошеломляющий пройдет, отведешь и заведешь обратно в угол, только нормально. Давай. Быстрее поворачивай обратно. Сейчас нормально? Смотрите, обожгла, вышли все. Ловите там вдвоем. Сейчас адский. Заходим. Выходите. Обжигай. Ловите там сами ад. Ошеломляющий. А стресс, ну... Я его поднял. Только сразу захильте. Под лицо. Блять. Хильте первую-вторую пати. Что-то не хватает кого-то, да? Да, какого-то пидора да. Тупого нахуй не хватает. Первая, вторая пати, вы под ебало. Первую, вторую, под лицо зашли. Бараны нахуй. Кто-то не заходил нахуй. Так, все на месте. Руки закройте под боссом. ШП там стоит, закрой, подойди. Еще походу, блять. Все, вышли. Печь пошла, обжигайте. После ошеломляющего адский будет. Забежали. Хильте Седжу.
Я уже ветеран Грулана. Дай бог тебе здоровья, счастья, любви и радости. Че, давай один руки, блядь. Один на мужика руки не обжигай. Некому закрыть, не обжигай сразу. Хорош. Ух, тролль Дэ вообще красавчик. После этого выходим. Нахуя у меня луна, блядь, в центре экрана? На ХП гимны дайте срочно. Срочно, быстро, быстро, быстро. Сейчас да, еще один адский будет. Хильтесь как можете, дефайтесь. Я уже пришел. Пизда меня, все нахуй. Да, конечно, сбивает. Да я не успел даже ложь нажать. Давайте сейчас на наш... Попробуйте добивать. Добейте, ну, там добивай. Лям попробуйте, но... Ну, если будет ошеломляющий. Кто-то вышел под третий просто ошеломляющий. Ну, все, добили. Мудак какой-то, блядь. Что там, кружка упала? Нет, хуйня. Ой, не кружка. Слава, давай гони печеньку. Блядь, попизди еще. Блядь, сам попизди, нах, попизди эти ладошки. Тихо, блядь. Выше не ну, Слава себе на 2 спека собрал, нормально. Вот так вот. Так. И там что, себя по жопе ёбнул, блядь? Ну, тролль Дэй реально спас рейд. Никто не бежал, у тебя руки мы не успевали. Сори, соплеет поел. Поэтому нахуй. Рядом где-то. Шея нужна кому-то? Мопс нахуй! Ну, вообще, так-то она для жизни нужна, блядь. Если никому не надо, кинь мне. Знаться. Сломай его. Дом вонючим. Так, теперь подходим к Войду, кому нужны печеньки. Сюда подходим, нахуй. Тут пункт выдачи. Нихуя в очередь, блядь. Вообще, ой, еще и нахуй. Я на роге тогда иду. Тихо. Так. Ой, суки, ну дети. Так, что-то дохуя вас, ебаный в рот. Глаша так, да? Витя, апай руки, ноги не трогай, нахуй. Нет, да мне я не буду брать печеньки, что мне их даже что-то. Так. Да паролить проще, да и все, что голову ломать. Стресс. В смысле, нахуй? Одну, это, на ролл, давайте королевскую какую-нибудь, и все. Так, я все, я ушел. Так, отойдите, кто кому дал. Сейчас ссылка еще. Какой гений поставил портал, нахуй, прыгнул. Да мне идти надо. Дайте идти, тебе из дома выходить не надо. В школу. В соседнюю комнату зовут. Школу, так, во двор то шмар. Кто остался? Отойдите. Кто тут остался? Что-то, блядь, отойдите по друг от друга, блядь. Так. ЕП давай. Пастом, блядь. Блядь. Ну си, ЕП, бля, я спать. Транквили можешь закинуть печеньку. Лутай, у тебя что с онлайном? 45-е, 45-е, 60-е. Я кто это? Одна тут капнута. Че у тебя с онлайном, лутай? Что-то его вообще редко вижу. Один раз только. Ну вот я тоже не вижу. А что у тебя за ДК как ник? Свет. Вообще не видел. Это со мной только осталось. Хуи себе, блядь. Нормально. Захарыч, нахуй ты это делаешь? Че, ебанутый нахуй? Да, блядь, кто поддал, блядь? Сука, придурки. Короче, ёбаный. Все, печеньки кончились. Я себе в итоге ни одну печеньки не взял. Нахуй. Ты даешь печеньки людям на офспек, когда у людей на мейне. Портал, блядь, запрыгивайте, бичи ебаные. Кому я дал на офспек? Я не знаю, на Катрисе он же кот. Или я дал бы он в мейн статике. Раз мне рассказывали. Ну это не значит, что ему 3 спека надо апать, правильно же? Ну, типа, он их. Да нет, забейся, блядь. Я не знаю, я вот играю на ДК, я на каждый РТ, сука, прихожу. Я ни одну не поутал. Я 3 недели хожу. Вов Мэллоу. Я 3 недели в гильдии, я на каждый РТ, сука, прихожу, ну, которая у меня есть, ну, проходка. Я. Ну я хуй знает. Ну, похуй, типа. Получается, ЕП не будет, да? Пизду на. Я потом поутаю, ну просто я в ахуе, то что чел в Т5. Тихо, 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 помолчи. Вот сейчас мне Вара дал одну печеньку. Да нет, тебе... да пусть Вара заберет, мне похуй. Я типа не плачу, я просто, ну, высказываю. Так ты не понимаю, что. Высказываешь неправильно. Тихо. Ну я просто не понимаю, зачем людям на оф, грубо говоря, блядь, токен ебучий, вот говорит, он мне нахила, мне не надо. Последнюю. Ну нахуя тебе нахила, если ты не хилишь? Я ни разу не вижу, что он хилил. Если у тебя нужны тебе печеньки, ты можешь об этом спокойно сказать вначале. Ты мог сказать, я об этом. Я говорил, я писал. Тихо, блядь. Нахуй, закройте рот, сейчас я скажу, нахуй. Давай. Этот. Портуйся. А, я сейчас и дыхал, мы портунусь, у меня там база будет. Это база, нахуй.
Ты обещал ИП накинуть. Ну, кому надо ИП, вот я сейчас ассистов дам, у вас буквально 10 секунд, пока я печеньку отдаю. Нихуя себе, блядь. Плюсануть тюреет, если кто-то ливнул раньше. Блядь. Уже плюсанул нахуй. В рейд. Ну вот смотрите нахуй. Вот, так я ливнул. Вот чисто, блядь. Чисто, блядь, я людям раздал печеньки. Кому-то, ну, по одной раздал. Спасибо. На стрессу дверь решил дать. Не знаю, думаю, играет варом, пускай апает. Ну, вот, зачем ему две? У него один итогу... плечит, ему апать надо и все. А я не знаю. Ну, перчатки он сегодня подвязал. С ТТГ у меня забрал, говорит, это бисовые. Ну, пускай потом, одну печеньку отдаст. Потом и Вилаши дал на ДД. Вот она мне отдает обратно одну. Вот по итогу, получается, я себе один кусок апнул. Вот. Но и то, у меня хэпал, я ну, на РС-ку захожу и на робота только. Ну, считай, а так редко. Ну, а насчет вов-лов, ну, вот одну ты сейчас лутанул. На следующее КД будем собирать. Да, я на следующее приду. Мне не впадло походить, просто... Я хотя бы одну полутать за одно КД, похуй, я потерплю три КД, мне не падло. Можно еще кара будет, если я может в каре полутаю. Там посмотрим. Нахуй мне... Сколько я вам кару схожу. Сколько ты нас в руке даешь? 18-20. Если двадцатка есть, то можно это, проходку сделать. У меня капов нет. Да я просто на проходку, когда вы гер были, у меня не было дома, я не мог играть. Так, сейчас посмотрим, какого дает. Ну, стресс пишет, что отдал одну печеньку. Ладно, все, я попиздил, спасибо за это, всем удачи. Давай. Еще вроде как целка у нас обычка. У меня КД, я был очень.